Дорогие друзья, наилучшие пожелания спешат высказать недавние юбиляры этого месяца работники Чудноярской участковой больницы в лице председателя правкома Тамары Алексеевны Зулиной. Выражаем искреннюю благодарность за любовь к искусству, за стремление привить эту любовь к жителям поселка Чунаяр и нашим детям. Здоровья вам, благополучия и успехов в творчестве. И наш подарок где-то там гуляет. Большое спасибо за подарок. Думаю, к этим поздравлениям готовы присоединиться и все зрители.